Всем привет! С вами канал Punk Time. Меня зовут Габа. Поехали! Сегодняшний обзор будет на банду «Большая кружка» из города Череповец. Первая репетиция осенью 2010 года. От изначального состава остался только вокалист Вова. Он все и основал. На данный момент в обойме банды два альбома и один сингл. Текста банды в основном о житейском, согласно стилевым канонам, жизненные ситуации, друзья, работа, алкоголь, драки. Стиль банды изначально задумывался как ой, но фактически выходит стрит-панк. На данный момент в банде играют четверо ребят: Вова — вокал, Паша — вокал-гитара, Леха — бас, Макс — ударный. Текста песен пишут все участники группы, потому что переделывали постоянно, кому как нравится. Ну и что бы хотела передать банда своим слушателям? Сохранять себя в этой сложной для страны и движа время, не падать духом. На этом обзор подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и по традиции, 5 охуенных треков. Молодежь!